Всем привет! Сегодня у нас нож складной от компании Ganza. Это Farbird 704 BK. И вот сразу мне неудобен вот этот шпинек. Шпинек удобен, он хорошо вырезается, но вот почему он расположен на самом, как говорится, выступающей части корпуса, вот мне непонятно. Чего не сделать вот здесь, и тогда он будет вообще ништяк вылетать. А так вот он в моей руке, ну, не очень удобно. Но это так сразу пока что заметил. Корпус выполнен из джетена, стеклотекстолит. Спейсера нету, есть 1, 2, 3, 4 бонки. Видим облегченные стальные лайнеры. Видим замок Axis Lock и клинок. Стали 440C, имеет обработку BitBlast в сером цвете. Ну вот, кстати, за Axis Lock намного удобнее извлекать его и складывать, нежели за два шпенька. Врезучие насечки по обуху, то есть для силовых работ будет вполне в помощь. По форме drop point сведен, кстати, порядка 0,6 мм. Давайте посмотрим, как он шинкует бумагу. Достаточно неплохо. По клипсе даже есть реверс на противоположную сторону. Вес его в районе 2000 рублей, поэтому, конечно, возможно, эти претензии излишние, но это все на уровне ощущений. Общая длина 200 мм, 85 клин, 115 в сложном состоянии, 440-я сталь, 56-58 порог вилла, и вес его составляет 111 грамм. Всем спасибо и до следующих показов. Клин, кстати, строго по центру. По сборке вопросов нет никаких. Не люфтит, не шатается. Все, нагружаю его нормально. Все, всем пока.